Интересно, карьеры грузинских современных храмов. Не будем расставить, момент времени. Вон там еще дворик есть. Тоже, который из окна вытянет. Забавно, ребята, кто они, интересно? Что-то так не спросили. Как будет интересно знать, кто это такие. Что-то не кажется, что там можно проехать. Вон церковь. Магазин с иконами. Зачем-то вернулись. Как тебе апартаменты? Тебе было лучше. Тебе стоили в 3 раза дороже. Есть комната без ремонта. Закрывающимся окном. Тут вот так вот. Надеюсь, у них хотя бы в метро-то прохладно. Эскалатор дергается. Сколько метро стоит? Копейки метро стоит. 52 аренда. 12 рублей. 12 рублей проезд. Знаешь, я так получилось, что все кадры Тбилиси, которые я когда-либо видел по телевизору, они были ночные. Туда, наверное? Это за штука. Такая штука. А, вот прикольно. Стройка какая-то. Как это все это воровать? Я так думаю. Куда? Вообще, ну пойдем, а? Вот ресторан.
Скажи что-нибудь. Да. Еще что скажу. Наверх мне просто подниматься, да? В Каннах была такая жара, мы не гуляли там, поэтому. Ну это уж оттуда. А я пока не знаю. Да, да. Давай. Вон еще вот. Да, да, я вижу. Привет. Да. На YouTube. Расскажи что-нибудь. Сейчас мы снова встретили тех же парней, с которыми пересекали границу. На этом наши полномочия все. Написано. Патриарх. Куда-то наверх там подъем. Классно. Пойдем по ней, пройдемся. Там тупик, скорее всего. Давай пройдемся. Тайский массаж. Угу. Максимум, что мы на этой улице найдем, это котейку. Хотя, может быть, у нас вас знает. Проход в одну лапу. Ну чё там? Бурилка какая-то или что? Там ремонт, по-моему, идет внутри. Не руку так не подойдешь особо, не посмотришь. Да, здесь сюда. Какие они опоры ей делают мощные. Вот там кто-то на самом деле опорил. Скажи, как все съел. Я не вижу, что это. А то я здесь много. Здесь все настолько старое, по-настоящему старое. Не от пидорина, а по-настоящему старое. Пойдем, пойдем. Вперед. Уже билетов, наверное, нет? Выглядит синагога.
Вот эта штука выглядит как синагога. Есть. Что за watchdog, интересно? Run watchdog. Там просто, там был не фольклор, там миллион. Да, там больше на лифт был. Там парк с аттракционом. Да, я не очень хочу аттракцион. Точнее, вообще не хочу. Только слона. Смотри, какой храм стоит прямо на такой платформе мощной. Не буду брать. Президентский дворец такой маленький. Это сцена. Упрушку держишь? Смотри, зум. Я рад. Ты можешь точно так поводить и сказать, вот это вот зум. Вот это зум. Корова. Корова. Корова? Корова. Попить купи. Чё хочешь? Говницкого мы выйдем прямо к почте, которую ты хотел.
Куда-то мы идем, неизвестно куда, ночью, какой-то глухой дорогой. Кстати, заметьте, если бы была в России, здесь был бы один мусор. А здесь мусора мало. Время 9 вечера, ну, нифига не ночь, но темно, как ночью.